Сейчас будет самая интересная битва, блядь. Ёб твою мать. Пиздец. Охренеть. Ты записываешь, не? Да, это нельзя не записывать. Ну все, короче, ретит. А атакует кто? Ты же атакуешь, получается? Я атакую, да. Да. Получается, атакуют римляне, атакуют ретийцев. Ретийцев в таком, как сказать, не совсем выгодном для себя положении. Так, ну все, вроде готово. Ну это, конечно, пиздец. Смотрим, играет варвар. Вот теперь, как ты говорил, же у меня получилось. Ага, ага, понял. Так, вот, начать. Все, пошли. Мальчик, да. И мне все время слышно, что они говорят, мальчик года. Не вышивай там ничего, мальчик года. Мальчик года. А у меня в сабе, короче, в прохождении кричат, это, да мой, да мой, да мой, да мой, хором. Я говорю, ну там, давайте, говорю, домой, бля. И мне слышно, это когда они этот египтяне так орут, мне слышно, что нахуй, нахуй. О-о-о. Да-да. Бывают тут такие глюки. О-о-о. Правые парни бегут. Правые. Ультраправые. Ну они туда, они же этот. Хотя нет, здесь только ультраправые, наверное, эти претарианцы. Ультра. Их же набирали из настоящих. Ну куда вот ты прешь? Из настоящих этих римлян. Типа. Убежденных, да? Не, зачем? Чисто этнические. Этнические, да, да. Истинно арийцы, как говорится. Да, да. А все остальные, типа, граждане Рима. О, быки, быки летят. Гнилье, коровы, коровы, говядина. Ни хрена. Понижают, типа, свойства армии. Видишь, коровы летят? Да, да. Ладно, хоть не убивают никого. Нет, убили одного. Охренеть. Ну так. Да вон двое стали после коровы. Да, корова, бля, 300 килограмм весит. Ух, бля, вот это сейчас опасность, что они зажмут с двух сторон. Блять, они еще и эти стреляют по флангу. Короче, сейчас будет лютый. Просто... Лютая битва, короче, вот это. Нихуя они говядины кидают. Ну знаешь, у них это не преимущество. Да, они пытаются ослабить, да, боевой дух там. Нет, коров. Зачем? Я на этом стою. Воздушность. У меня пока потерь нет. Ну есть там один, но. Да, да. Не, пятеро потерь. Короче, кого коровой задавило? Давай, давай. Пиздец, да, от коровы умереть, это же вообще провал. Вон, прямой наводка к говядине кидает. Где мой бонус вообще? Я сейчас. А, вот она легкая цель жизни. Нехер кидаться в меня, корова. Конечно, хули они там поставили. Че это? А, это свои. Провал, я просто сейчас напрямую пройду. Блять, что это за говно вообще? Да е-мое, говядина. Бля, я строй потерялся, сука. Права еще. Да не, встали же вот в основном. Да я понял, я сейчас это по-другому сделаю. Я просто иконницу в строй взял этот G. Ага. Ну, и теперь получается так, что... Что они все вместе, да? Нет, ну ты Ctrl-кнопку нажми я и... Я все, да, уже сделал. Ага. Так. Давай, пошли. Ни хрена у них машины какие страшные. Да? Ну, метатели не такие, да, как у римлян, мне кажется. Нет, это просто анагры, ты чё? А, анагры, типа крупные, да? Ну,
все, короче. Так, они все, мои, анагры... походу, пока. Анагры выхлестнули. Все, вторые анагры выхлестнули. О, сейчас будет. Куда вот этот труп, знаете? А, не там, знаете, на анагры. На баллисты. А нет, это анагры нам просто. А это кельтские анагры. Короче, это анагры различные. Ну да. Пиздец, эти уже дохлые советская пехота. Я чую, тут это будет битва жесткая, как я предполагал. Это самая интересная битва, по-моему, за все время вообще. За всю историю Древнего Рима. За всю историю нашей игры. Так, вот здесь конница есть, сейчас они умрут. Потому что против Петрианской конницы. Мне кажется, надо вводить второй ряд отрядов под... вводить тоже в бой, они под обстрелом как-то стоят. Давай уж. Второй слой, да, то есть жалко просто. Ресурс погибает без этого. Бессмысленно. Чё-то они лютые, вообще жесть. Чё за тупость? Сгоняй. Хрена, камень пролетел, блядь. Еще камень какой-то. Блядь, тут еще и Генс может подохнуть. Ебать, проломили, бля. А, это союзная пехота. Понял. Ну вот эти ребята не заход пропали, блядь. Вот здесь. Союзная пехота, что ли? Не, легионеры как-то. Бля, естественно. Доспешные. Они очень сильно пострадали от дротиков через это. Через голову. Блять, я понял, что там лапку начинал отключить. Сейчас тут, короче. О, сломали центр, заебись. Ихний центр сломан. А вот и гена ихний как раз стоит, блядь, дебил, блядь. Вон мимо гены прям бежишь, вали его. Во, отлично. Там их 4, там вообще бесполезные, вали. Ну, все равно, кто-то, например, часть армии, которая подчиняется ему, будет уже подорвана. Короче, ты лютый битва. Давай мочи их, что ему как это. А, хотя бы далеко. Короче, получается, центр твой прорвался и оказывает и углубился в их ряды, и с двух сторон оказывается зажатым. Вот это, конечно, оказалось. Так, здесь что? Ну, никто и не говорил, что здесь легко будет. Да. Потому что... То есть, получается, что, как бы, слишком резкий прорыв по центру, да, получился? И образовалось три очага. Раз, два. Два очага битвы. Конит вон, что это делать, претарианцы. Претарианская конница, что это? Претарианская конница. А, она еще свежая у тебя, да? Да, никто не погиб еще. Ну, ништяк. Бля, кто-то меня переводит. А, нет, вот начали гибнуть. Так, сейчас, значит... Бля, куда мне камера переводит? То есть, ничего не понимаю. Давай, бля. А, конница у тебя хлещет за стрелов, да? Да, конница эта, что-то с коротким мечником начала биться. А нафиг она это делает, я что-то не понял. Ну да. Ввязалась в драку, по всему. Ну, самое мясо, конечно, вот здесь. Генерал там тоже не будет. Так, вообще, что происходит? Куда мы? Сейчас еще. Короче, кто кого замнет, тут уже строи все. А нет, смотри-ка, один свободен. Один свободен, да, вот я вижу его. Ага, вот он. Он так отстреливал ребят. Блять, там просто слышу мать. Блядская конница. Давай быстрее. Не конница, а эти мечники. Пиздец там, короче, всех надо перелопатить. Это люди, конечно. Это не просто так против 4 стеков убить. Да не вопрос. Ебать. Ну им придется попыхтеть, конечно.
Пытаются они через голову генералу твоему во фланг бить этими застрелами. У него как раз свободен фланг, и у них есть пространство без friendly fire пробивать, перекидывать через голову. На горе что? А, на горе пизда. Срубили нахуй. Короче, тут ад. Кроме того, что тут ад, они еще умудрились на горе на твоей выстроить боевые порядки и туда тянут метательные машины. То есть не бьют в гору, в твои эти ряды, а выставляют вторую линию это, обороны, представляешь? 30% армии поползло в гору. Все, короче, это естественный ход событий. Ха. Охренеть, может. Ты сделай, что ли, этому генералу атакующую этот команду, чтобы он чаржил, хотя проталкивал, как бы, а то он так стоит в кубике. Да, движения нет у него на эти. Ай, пизда. Надо было в обороне сидеть. Да. Мне хотя в обороне тут не посидишь, они бы застрельщик меня закидали как-то. Ну, от застрелов, видишь как, тебе, они, например, подходят первые ряды застрелов и этих, и пехоты, да? На пехоту ты бросаешься, у тебя застрелы у них отбегают, а, ну, вторую линию становится, и тогда уже можно работать с конницей. Ну, тут, коней у них тут, нет. Тут видишь, тут 4 стека, тут невозможно так это. А если 4 стека, если бы ты не смешал сейчас их планы, да, мне кажется, 4 стека постарались бы как бы это встать в одну, ну, объединиться в одну армию. А тогда все равно атакующий фронт у них был бы общий. Вот можно от этого оттолкнуться, можно было бы, конечно. Так неинтересно. Ну, интересно выиграть. Я думаю, это невозможно. От атакующих. Чисто даже по этим. Пиздец. Случайно попал. Чисто даже по самим там хитпоинтам всем, если в общей сложности сложить, то не получится так. Я не знаю, каким это образом можно сделать. Мне кажется, вот то, что у нас стояло, как она, блин, полоска желтая все-таки не до конца была на их стороне, да? Но ну, это посмотри, же... какие потери у меня и какие потери у них. То есть, как бы, практически, ну, равносильно.